Всем привет! Как дела? На этом видео я готовлю свои вкусные печеньки из разных сортов глин и мелассорти. Я растворила только что туркестан белый, а потом здесь у меня глина голд, тоже с туркестаном, и крошка мела. Глину растворяем до однородной массы, чтобы как сметанка была. Надо его очень-очень хорошо, так скажем, растереть. Вот. Лучше, конечно, можно и холодной водой, и можно горячей или тот теплой. Горячей водой просто быстрее идет процесс. Перемешиваем. Чтобы вот такие вот комочки не были, их надо прям очень хорошо перемешать. Вот так вот. Видите, некоторые места, которые не до конца перемешались, они вот, у них уже цвет другой. И надо очень-очень прям хорошенько перемешать. И здесь я добавила ассорти мела, которые уже подсохли и которые я уже растворила. Вот смотрите, у меня здесь и глина голд, голубая узбечка, ассорти мела и туркестан плитки там есть, орские глины. А здесь у нас уже крошка мела ассорти. Я до конца снимать не буду здесь, потому что уже неудобно одной рукой. Покажу вам уже готовые печеньки, которые я разложила. Вот такие вот у меня печеньки. Вот такую вот форму я положила и сверху посыпала.